Ассаляму алейкум. На этом занятии мы научимся правильно произносить слова басмали. Басмалля – это слова бисмилляхи рахмани рахим, то есть с именем Аллаха, милостивого и милосердного. Все ученые единогласно высказались относительно обязательности произнесения басмали при чтении с начала суры и об обязательности оставления ее в начале суры Ат-Тауба, так как эта сура не начинается с басмали. Давайте потренируемся в произношении басмали. Прочитаем по словам. Бисми. Четко произносите огласовку кясру. Бисми. И не говорите басме. Бисмилляхи. Буква лям в слове Аллах произносится в данном случае мягко, так как последняя буква предшествующего слова огласована кясрой. Бисмилляхи. Неверно произносить так. Бисмиллахи. Далее. Бисмиллахиррахмани. Хамзатуль васль при связывании не произносится. Буква лям в слове аррахман солнечная, а поэтому не произносится. Прочитав букву ха с кясрой, мы переходим к букве ра с шаддой и фатхой. Бисмиллахиррахмани. После буквы мим с фатхой вы видите мад с маленькой алиф. Протянем его на две огласовки. Бисмиллахиррахмани. Бисмиллахиррахманиррахим. В слове «аррахим» также не произносим хамзату васл и солнечную лям, а также ставим сукун на последней букве «мим» по причине остановки. Предпоследняя буква «ямадда», поэтому при остановке протянем ее на четыре огласовки. Бисмиллахиррахманиррахим. Еще раз хочу обратить ваше внимание на четкое произношение огласовок и особенно кясры. Некоторые ученики произносят огласовки нечетко. Это изъян в чтении. Произнесите каждую огласовку четко. Бисмиллахиррахманиррахим. Давайте закрепим и прочитаем еще раз. Бисмиллахиррахманиррахим. Замечательно. Потренируйтесь самостоятельно и запомните правильное произношение басмали. На этом наш урок завершен. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.